это новые предки в лабиринтах в Майнкрафте! Привет! Я повар-обезьяна! Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды! 1, 2, 3! Всем привет, ребят! С вами я, Зомбак! Сегодня посмотрим на новые лабиринты в Майнкрафте! Это у нас новая часть пряток! Надо будет сегодня найти всех злых персонажей, они позади меня! Давайте я вам сейчас всех покажу! Это Нестинак, красный злой миньончик, синий радужный друг, фиолетовый, Ванесса Аниматроник, это у нас Планктон, это злой враг Спанч Боба, и кролик Бонзо! Ну что ж, давайте начинать, сейчас посмотрим на эти длиннющие лабиринты и будем искать этих персонажей. Тюрьма у нас расширилась, она стала вот такой вот огромной, теперь здесь много места и хватит для всех-всех монстров. Так, ну что ж, погнали, ребят, я начинаю с первого лабиринта, а вы поддержите меня лайками и подпиской, пожалуйста, и я погнал. Ну что ж, заходим в первый лабиринт, ищем Нестинака. Так, красный радужный друг, ты уже сразу меня встречаешь прям с порога, что ли? На тебе. Заходим внутрь, идем лупасить бан-бану Экзию. Ой-ой-ой, еще и обычный бан-бан. Окей, ладно, я с каждым из вас разберусь. Вот так вот. Берем дробовичок. Иди сюда, бан-банчик. Я тебя не боюсь. Отлично. С этим справились там. У нас вонючка. Мне в эту сторону идти? Наверное, сюда, да? Я чуть не заблудился в этих лабиринтах. У вас потеряться можно, серьезно. Понастроили тут лабиринтов. Можно заблудиться, пойти не туда, и будет, ну, такое себе. Так, Рокси, получи. Отлично. И мы проходим и видим Нестинака. Его бить нельзя, его нужно посадить в тюрьму. Соответственно, это суть наших пряток, да, вот тех, кто изображен на этих картинках, надо поймать и разместить вот в этих камерах, посадить, соответственно, в тюрьму. Так, Нестинак, ты наш первый подопытный, наш заключенный, у нас зоопарк монстров будет сегодня. Так, ты будешь сидеть здесь и никуда не убежишь, понял? А мы идем в следующую комнату, здесь у нас красный миньончик, пойдемте посмотрим. А, меня уже Монти встречает! Монти, ну брысь от меня, держи дистанцию. Так, аккуратненько проходим в оранжевом лабиринтике. Слушайте, я вижу здесь много у нас аниматроников скопилось. И всякие Чики, Бонни и все остальные. Сейчас попробуем с ними со всеми подраться. Так, на тебе давай, отлично. Проходим аккуратненько. Опа, здорово, Пикстер. Привет, отлично. Фух, где-то здесь, ай-яй-яй, аккуратно, солнце, на тебе, получи. Я уже забыл, кого мы здесь ищем-то, кого мы здесь ищем, ребят? Так, а вот, вот он, красный миньончик, точно, мы ради него сюда зашли. Все, возвращаемся обратно, и второй наш монстрик найден. Выглядит он, конечно, добро, но нет, красный миньон у нас злой, он решил нас всех покусать, на нас нападать, так что это злой персонаж, это Экзи-миньончик. Так, у нас, видите, еще очень много свободных камер в тюрьме, так что мы можем еще много всяких монстров поймать, и мы идем сейчас в желтый лабиринт к синему радужному другу. Погнали! Ой-ой-ой, здорово! Тихо-тихо, аккуратно отойди от меня! Не надо так на меня быстро идти-то! Так, ты, дед, получай! Сейчас я перезаряжу хотя бы пару пушек, и мы можем отправляться дальше. Соседушка, здорово, ты чё так из-за угла выглядываешь? Я предлагаю взять пулемет и пойти бить этих монстров. Солнце, на тебе. Опа, на, здорово. Так, это мы не к тебе же пришли? Нет, мы идем к синему радужному другу. Нам нужно найти синего. Миньончик Экзин, ты, конечно, классный, прикольный. Нет. А ну, фух. Чуть у меня просто перезарядка была, и он за мной побежал. Так, а вон он синий, вон он, смотрите, стоит огромный. Вон он синий. Его нужно поймать. Возьмем камень душ и погнали ловить его. Отлично. Синий у нас тоже пойман. Хорошо, мы можем разместить его в наших камерах заключения. У нас реально получается с вами какой-то зоопарк животных монстров. Смотрите, здесь вот я у меня уже 3 монстров поймал. Осталось еще в эти камеры кого-то разместить, и тогда зоопарк будет полный. А мы идем в фиолетовую комнату, ой, точнее в зеленую комнату к фиолетовому радужному другу.
Погнали! Ой-ой-ой, опять миньоны злые. Здорово, сколько у вас тут миньонов расплодилось, да? Я думал, одного победил и хватит, но вас тут реально очень много и все разнообразные. Так, иди сюда, манкасерша. Розовый манкас, на тебе. Ай, быстрее, бьем его. Отлично. У меня заканчиваются патроны, это очень плохо, мне надо перезаряжать все пушки. Ух ты, хаги-ваги разные, один большой, один маленький. Только вы что-то одинаковых размеров. Здорово, хаги-ваги, бэбик. Ай-яй-яй. А ну-ка, держи дистанцию. Так, попробуем сюда свернуть. А, тупик. Ребят, а куда, где, откуда я пришел? Вот отсюда я пришел. Так, подождите, мне кажется, или я обратно иду? Я запутался, откуда я шел? Ах, ребят, я потерялся в лабиринтах. Это плохо, здесь тупик. Здесь, подожди, здесь везде тупик. А вот все, я нашелся. Фух, я думал, я потеряюсь в лабиринтах. Это было бы плохо. Отлично, фиолетового радужного друга мы нашли. Пойдемте посадим его за решетку. Так, здесь у нас синий. Вот тебе по соседству будет фиолетовый. Только не болтать, понятно? Через стенки не разговаривать, я злой надзорный. Вы будете сидеть у меня в тюрьме по расписанию, ходить кушать. Прогулка в 5 утра. Все. Все, ладно, давайте дальше. У нас еще остался аниматроник Ванесса, Планктон и кролик Бонзо. Ну что ж, погнали к ванне. Мне кто-то писал в комментариях, что Ванесса может быть добрая. Я вот не знаю. Мы ее сперва посадим в карцер, а уже потом суд пусть разбирается и решает, добрая она или злая. Если Ванесса все-таки добрая, и вы напишите в комментариях, офицер Ванесса там злая или офицер Ванесса добрая. И мы, соответственно, решим, и если она добрая, мы ее отпустим на волю, конечно же. Так, на тебе мороженчик, получай! Отлично. Эй, ты, Бенэкзи. А, ты на меня нападаешь? Ладно. Давай, подходи ко мне. Отлично. С Беном и Гзи разобрались. Вот она, офицер Ванесса. Не знаю, вот, может, она добрая, не будет меня трогать. Ой, она дерется. Ладно. Посажу ее пока что туда тоже к остальным. Если вы скажете, что она все-таки добрый персонаж, мы ее освободим. Вот, пока что пусть здесь сидит, да? Но выглядит она, конечно, не особо добрая. У нее глаза красные. Может, не выспалась, конечно. Ладно. Идем, друзья, предпоследний синий лабиринт. И к Планктону сейчас зайдем, посмотрим. Ой, сколько-то у него тут монстров много. Ну давайте, идите сюда все по одному. Так, сперва Анжелу и Гзи давайте победим, а то она что-то прямо у входа стоит и зайти мне не дает даже. Эй, Анжела, ну-ка отсюда. Так, перезарядим вот эту пушку. И пойдем мы тузить! Па-ба-бам! Человек за окном, получай. Закрываем за собой дверь. Ух ты, сундук. Вау, деньги, ребята, мы разбогатели с вами, мы нашли очень много денег. Смотрите, это еще и доллары, вау, мы теперь мажоры. Мы теперь разбогатели, можем купить себе новый компьютер. Ну, отлично, так, трубоголовый, на тебе. Я, ребят, у меня и так новый компьютер есть, но я могу эти деньги отдать тем подписчикам, кто лайки поставит. Вот, поставьте лайк, подпишитесь, и я вам их отдам, а вы можете себе телефон купить или новый компьютер, что захотите. Все можете взять. Так, сиреноголовый, получи. Так, аккуратно, мне может отсюда надо пройти? Нет. Вот, здесь у нас Абунга, получай! А я забыл, кого мне вообще здесь надо найти-то. Вон, Планктон там, его нужно найти, а сперва сейчас мы, мам, длинные ноги здесь одолеем, победим. Ну, ты чё такая сильная? Подкачалась, что ли, немножечко? Вот он, Планктончик, друзья, пока он тут не успел на меня напасть, быстренько ловим его и бежим сажать за решетку. Все эти персонажи злые, не знаю, насчет Ванессы, пишите в комментариях. Вот, осталась как раз-таки последняя пустая камера для нашего последнего монстра, Планктон. Ты такой маленький, я надеюсь, он не смотается, слушайте. Мне бы вот здесь закрыть какой-нибудь решеткой тоже, а то этот мелкий Планктончик еще и сбежать может, наверное. Так, у нас последний лабиринт, и там уже чья-то башка торчит красная. Угадайте, кто это в комментариях. А мы идем к кролику Бонзо в розовый лабиринтик. Ой-ой-ой, оранжевый, ты чё на меня решил сразу, прям с самого начала атаковать, да? Фух, отлично. Разобрались. Я сейчас вот эту пушку возьму. Шадоу, здорово. Эй, давай, ладно, подеремся. Я забываю, вы все злые, а? Будь хоть один добрый персонаж тут, а? Нет сегодня. Я надеюсь, кого-нибудь доброго тоже встретим. Да как в тебя с меча попасть? Ты чё такой худой? Слишком худой, я в тебя попасть не могу.
Так, окей, проходим сюда. А, это Скаривари гигантский. Ну или красный Икзихагиваги. Короче, он очень огромный и злой. Я в него, надо его побить. Давай, давай, давай. Ай, да как к тебе попасть? Давай, отлично, все. Монстр еле как побежден. Мы можем проходить дальше. Красный злой Наклз, на тебе, или злой Экзисоник. Ой, кролик Бонзо, нам нужно его поймать, а не биться с ним. Все, друзья, мы возвращаемся обратно, лабиринты пройдены, мы можем посадить в последнюю камеру нашего злого кролика Бонзо. Эй, ой-ой-ой, все кусаются. Ну что ж, друзья, вот такие вот лабиринты получились на сегодня. Я надеюсь, это видео с лабиринтами вам понравилось. Прятки успешно пройдены, все найдены. С вами был Зомбак, пишите в комментариях, добрый ли Ванесса аниматроник или нет. А мы с вами прощаемся, всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.